блядь, не игра, это просто последний нахуй. Ты хотел сказать пуху? За генерал. Подручно? Да. Хороший. Яхай. Блять, вы приходите на Ртана, ебать, но если вы не можете, блять, досидеть нахуй, блять, фул. Ну нахуй вы вообще заходите, блять. Напишите сразу, я не смогу фул РТ просидеть. Не напрягает. Бля, какой дед, я тебе что говорил? Я в аху. Я короче, дед, тебя больше не возьму, это. Я ебал, нахуй. Да кикни нахуй его с гильдии, нахуй он нужен с этой хуйней, реально. Он натуре как проститутка, блядь. Пошел он нахуй, кикни его и все. Я просто въебываю нахуй ВП, нахуй залить рейды, блядь, это раз, нахуй. Это пиздец, это в натуре, как, блядь, этот себя ведет постоянно. То обижает, целевает, то что-то пошел он нахуй. Просто. Похуй, чему надо ему. Да он постоянно выебывается, Слава, это пиздец, нахуй. Да он у нас все выебывается, он же написал, что он сон на работу надо, блядь. Я тоже не понял, чего вы сами выебываетесь, блядь, на работу так надо посмотреть. Каждый РТ заходит, каждый РТ, блядь, он сидит сейчас и уходит, ебать. Ну напиши ты сразу, нахуй ты заходишь, блядь. И прошлый РТ пришел нахуй на час позже, ебать, и съебался на час раньше, нахуй. Вчера, нахуй, был. Отъебись, говорит, от деда. Вот сюда. Нахуй, наверное. Он просто неадекватный чел, нахуй, меня напрягает. Ефарина спека Севрашама, нечаянно так остаявший бродер. Да-да, Ефарина спекаси. У нас в моем составе 6 локов. Там демон вон мала, у Маулага вроде демон есть. В мейне. Аршаму это нужно заново его качнуть и впервые за 10 лет начать им пробовать играть вообще. А где этот, извините, я перебью, а где этот ебучий срез со своим Аршамой? Братан, у него такая же проблема, вопрос такой же, вернее. Я понял, просто люди у нас одеваются нахуй и забивают хуй на все РТ. Нормальная практика, да. Сколько таких уже? У меня к нему вопросы и по тринке, и по всей хуйне, и все об этом знают, нахуй, и нет ни наварии, ни нафаны. Я могу столько людей назвать просто, ебанистическое количество, просто фулл рейд наберется, которых модели, и которые потом сейчас не играют. Остались просто, ебать, от тех, блядь, людей, которые, нахуй, ходили первоначально в льду, блядь, сейчас в рейде, человек 5-5, нахуй. Нет. Блядь, 200 ГП стоит, ебать. Раздайте БР. Дайте БР. Сук, есть БР? Дай-ка спалить БР. Кому, еще? Мины, аккуратно, мины. Еще КП, а, он вылетел вообще. Опять, да. Ты, блядь, ты можешь не обновился, космополит, у тебя ничего не выскакивает? Сук, дай Токио БР. Всё, давай, конец. ДК, давай бомжей, похуй.
Не, я конечно, понимаю Токио, типа, что, типа, да? Ты говоришь, что меня, типа, блядь, кто-то мирку взорвал, там, тебя убил. Но смотри, в тех же Терновых, да? Ты умираешь от взрыва, ебать, все живые, один ты мертвый. Ты скажешь, ты объяснишь людям, что, типа, нахуй, тебя убили взрывом? Саш, ты сейчас маленько не то должен был хотя бы сказать, а людям напомнить про обстрел. А хуй напоминать, у вас ДПМ должен стоять, блядь, вот что-то пьяное, что ли? Женьку въебись, что на ДБМа нету. Красота, правда? Я называю это непревзойдённой воздушной боевой единицей. Бомбу на себе взрывать постараюсь. Да хуй на них, я их даже не трогаю, милики разъебут, а я в эту голову нахуй. Бейте башку. Милики, ну. Это ГП хуля. Конечно, надо прям в обычке дохнуть. Надо за каждый слад, блядь, надо. Мы тогда по приоритету вы никак не шатаете. Типа, человек, который дохнет, все равно лутает шмот. Тут так не должно быть. Вот почему-то ты лутаешь, это странно самое. Давайте прямо. Замедленно сиди. Да, раскину. Сейчас скоро обстрелим. По минам только не носите, блядь. Это Рэнши. Как у Рэнши умирать от него? Чё, пьяная, блядь? Сука. Кто тебе, блядь, Рэнши нахуй? Там по футбольшку. Что вы, ебать, сломали игрушку мне, нахуй, ай, блядь. Ну, хорошо шли. Дайте мастерс. О, сколок обратно. А, кстати, по-моему, подняли дроп осколков. Ебать, а что так осколки валятся? Это уже четвертый. Да. Короче, Слава, за деда он каждое КД выебывается, каждое КД какую-то хуйню вычуждывает, нахуй. Каждое КД нахуй посылает. Каждое КД, блядь, всякую хуйню делает. Типа, блядь. Давай. Типа от него, сука, все зависит, нахуй. Вот это меня еще напрягает постоянно, блядь, мол, типа, блядь, чтобы я его поменял. Ну, это нахуй это что-то пифово, блядь, это что-то. Поменяй меня, ебать. Знаешь, что единственный Элем, блядь, и какую-то хуйню пишет, ебать. В натуре он каждый рейд. Замените меня, если кому... Ну, замена какая-то. Ну, ебаться, чтобы его поупрашивали, чтобы он остался. Ну, нахуй он такой нужен, ебаный. Слава, я, бывает, психую и все тому подобное. Я сижу, как терпила, сука, впитываю, нахуй. И мне ливнуть охота, и все бывает. Я сижу, впитываю, нахуй. Женя уже терпит, нахуй, издевательство, нахуй. Сидит, бывает,
Не, мне уйдет он напрягло, то что он символ. А вот там накинулось ГП, Слав. Ничего не накинулось, Славик. Ну... Че стоите, парни, гуляйте нахуй. Тише, я вам плечи какие-то задрачиваю. Ной. Стоять, блядь, гуляй. Ну тебе надо, доебал нахуй меня уже сам, блядь, больше всех нахуй тут. Бесишь, блядь. Да воспитываться надо. Чё нахуй перчатки, блядь, у меня какие нахуй, пас, ебать. Пизды, пизды. А где у нас там эти кисули? Кисуля, давай в рейд. Будешь учиться, блядь. Да. Да, ролить? У меня есть таблица ГРП, нахуй. Видел того, кого больше ХП. Блять, пацаны, переключитесь, ну шо, блядь. Радость наша покидает рейдовую группу, блядь. А чё, там же есть люди, у которых КД, типа, нахуй? Ну, вот боёшка упала. Страшно. О, моё нахуй сюда, блядь, продам нахуй. Ну ты что, не боёшка, шмотка? Эх ты, Андрюха. Ну я могу только без ГП взять. Приверженца нахуй там это... А, ну всё, заебись. Давай, разъёбываем. Блядь, Слава, ну что ты мне во весь экран эту хуйню выставил? Блять, танковать пытаюсь, нахуй, пацаны агро рвут, блять, он Егор уже танчит вовсю. Ебать, я на, короче, сейчас буду, нахуй, либо на року давать на пул, лучше вообще, нахуй, на ханта, блять. Потому что, нахуй, на пул нужен. А на пул вообще работает на генерале, блять? На пул работает на генерале же, да? Ну да. Токера. Когда ему захотел. Он же из ЛФГ, это... Ему вообще похуй, типа, ну. Давай там гильдейских похуй, любых, наверное, уже тогда похуй, не? Я, блядь, сижу, как долбоеб, уговариваю эту друида, блядь, которая обижается, чтобы кто-то повесил. Да и пусть нахуй обижается. Блядь, еще одного нахуй нашли обиженного. Да что за приколы, блядь? Я, блядь, каждую нахуй, каждое РТ, блядь, обижаюсь нахуй, и ничего, блядь, сижу, как терпила нахуй. Ты что меня бьёшь, ебать, Версик, Ты фиолетовый. Ты чё? Не бей меня. Отошёл. Ты сука. Сразу видно. Андрюх, мораль. А РПБ чё даёт там Холику? РПБ? Ну, типа... Что белые атаки больше бьют. То есть Холику надо РПБ, крит надо? Нет. Ну их не собирают все равно, там силы собиваются. Я могу отдать, если кому-то это... надо. Ну кому? Надо, я могу отдать, если что. Бать, чё там за пушка, нахуй, на коне? Пошёл, нахуй.
10-39 пуху, бля, Андрюха, а может ты вару дашь ее, нахуй? Может, сосайку досать. Не, ну серьезно, бля, чувак здесь 19-й бегает. Ну, да позберет. Я уже, в принципе, готов на эту, на островную брать. Она херовая, которая 4-0 скорость. Да, вообще 23 тела, чем для, она слабая. Для анхолика как раз. Не, ну для анхолика, да. Я просто не шарю вашу вот эту всю хуйню, типа, блядь, но... Мне так похуй. Губы, блядь. Большегубы, да, нахуй. В следующий раз говори не душегуб, а большегуб, нахуй. Большегуб? Большегуб, да. Ох, ебать, пал, да ладно. Выше ноги, выше руки. А у нас УАЗ, чё, блядь? А, он армс, нихуя, у нас живой армс есть. Я ебанусь. Бля, вы доберите людей, которые нахуй это были в рейде. Хуй его куча людей, которых поменяли, были в рейде на. Они два... они... Мы задели их не чувствовать. А, чувство верующих, ебать. Понял, нахуй. Оттяните его еще сюда. Ох. Какая у меня. Обалдеть, я звездочку овцанул, а она вот так убежит в овце. Бля, чё я так жрать захотел, нахуй? Ты чё, блядь, на фахарете, блядь, наелся? Говно. Блядь. Может, думал? На, блядь, нет, ты чё, нахуй. Сладко.
Бля, а сколько у нас сали в... Две, ну... Да сакра мне похуй. Да этого нахуй можно вообще не трогать. Блять, надо было нахуй. Ретри. Ну, один слог от танки, все, ретри. Сальву мало, сальвы нужны тут, блядь. На генерала, блядь. В смысле, нахуя, блядь? Сейчас АВР на 5 агро рвать нахуй будет. Стоп. Иначе мы его прилетим, стопнем. Я не... Бля, сейчас бы, вот это, знаешь, типа, самое, ну, как были бы Вовки с Малики, вот эти, бля, Cool Story Bob, который. Упс, обшарит. Бля, Слав, я вообще книжки ни разу не читал в жизни, но. Джорджа Орвелла прочти, понравится. Орвелл, автор такой. Охотный двор и 1984. Бля, ребят, я сюда пришел продеградировать, да, хорошо. Какие книжки? Какие книжки, блядь? Михаил Корепологенович, слышь, куда ты? А нахуй, вот бы дело. Единственного холи плагина, блять, будет в гильдии. Кого-то убили на трэше, нахуй. Чего считать? Донарей, блять. Я тебе могу искать, так, а, не скажу. Ну я его вообще специально к себе притянул, чтобы ему пиздец. Ну так я тебя вон молот удалил. Давайте ребахнемся, гайсик. Ставишь что-то метки или будем без метки дарить? Фу. Тогда, блядь, поставь метку на себя и просто за тобой двигаемся. Ну все, в квадратике стоим все, ебать, и на этой хуйне отбегаем. У меня тут нахуй пал вспотел в десятке, когда я тут двадцатку своим магом нахуй выдал. Я нечаянно спекнул сову. Да мы в прошлый раз вообще стопали, потому что, блин, еще не успели хардмод включить, а уже он падает. А скажу по каплям, что вы, ребят? А что за капли, ребят? Ну саливаю, нахуй, саливаю.
Ну. Я за локов не парюсь, они раскол дадут там, когда надо, блядь. Вот я за аверна парюсь. Горчина. А, там добыл, да? Давайте, я компул даю. Что у тебя? Раз, поехали. Мне кажется, ему стопать-то не охота. Я могу, кстати, выпить, знаешь что, ДД-фласку, нахуй. Две фласочки нажимаю. Да ты иди. Шарик. А, чё, толку нажимать-то будешь? Я сейчас отведу его, нахуй. Шлей. Всё, он здесь стоял. Достаёте, всё чётко. Чё, подвинуть? Нормально? Шли. Ещё, Слав? Всё, ну. Скоро будет метка без дыков, готовимся. Так, Ладомир по Аверну сальву. У дракона. И ушли сразу же. Давайте очистку сделаю, ни разу не улетим. Да. Хотите, я сделаю. Ушли. Шли. Егор, дай по Аверну сальву. Аверн, метка. Стойте, стойте, куда вы? Все, у тебя рушли. Блять. Я же, блять, вам не анонсил, блять, отходите от метки, нахуй вы побежали. Бля, Слава, у меня после пива широкий кругозор, я ебу, но. Я на такие... Наверное, ты здесь хорошо. Нахуя? Шли. Собирает смог. Сразу не вливайтесь, дайте на пулить. Куин вынес, квин, квин, квин. Дайте на пулить сначала. Окей, поднят. Геру. Подбежите, блядь, ребятки, убежали сейчас. На месте стою. Так, ничего не начал. Егор, дай соло сакру. Квин. Агро. Опять квин. Кто у вас даже 80 не набирается? Куда вы? Паникуете.
Кого набирается? Ты о чем? Да у вас 70 грыва уже включится. Это Сакра? Это не Сальва, блять, это Сакра. Алло, здрасте, но. Какая Сакра, блядь, только что слышал. Ну. Ну. Да, соло Сакру, блядь. Че мораль сказал? Просто скажи мне. Ну, а, мораль я его не слушал. Да и не только первая слава. Не разве нормально? Ебать, пуха. Зезлый. А может не уступлю? Пуха. Нет, типа вторая страница открой. Жезл. Два жезла уебалось, прикинь. Ну да, силы заклинаний, блядь. Давай разраливай нахуй сейчас эти, блядь. Смотри, кто забирает этот. А жезл по первой или по второй цене? Ну это вспомогательное же, по идее, второй надо. Пуха, типа, либо ты, Андрюха, собираешь, либо у вас. А, я в курсе. У вас не хочет собирать. Ари сразу жезлы ролит, нахуй. А Егор. Чё там у вас, тебе так сильно надо пуха? Ну, ауги, да. Не надо. Ты прощай, но на это, на йогу, что ли? Так, у нас сколько? Одно айма, да, получается? Про хилинг. Помойка ебаная, нахуй. Ну, наешь. Слава, я бы взял, нахуй, на офспек, наверное. Ну-ка, нет, я... А, ну да. Да, я бы взял на офф. А, не-не, мне не надо, отдай Ладомиру нахуй, там она без сакетов у меня, с сакетами, в пизду. Параша, помойка, блядь. Ну, без сакетов нам нормально. Отступлю, позберут вары. Ну, пуха, блядь, это чисто нахуй. Ну, уже у меня хоть чуть-чуть оно апнет, а их вообще нормально апнет. УАЗ выиграла. Ебать, там похор на ПГП просто прилетели. УАЗа и так пивора не было, нахуй. В минуса вообще ушел, блядь. Ну, да хули тут варов, блядь. У нас же рекаунт вар такой, да? Есть. А, берете в сакет, заходите, она там висит, самый первый. Она же закрепленная, просто откройте. А, да, или закрепленная, откройте. Так, не назначить? Что? Серьезно, блядь. Так, короче. Все меня слушайте сюда, на. Да пошел ты нахуй. Короче, все открыли картинку? Миликом это в первую очередь относится. Портал 6, иду я. Хау. Портал 7, Рога Тога. Портал 8, УАЗ. Портал 9, идет Телдрин. Портал 10, Ауга. Портал 1, идет Мораль. Бля, Женька, сувать портал, нет? Фоху, давай, Женек, покажи себя. Портал 2, Женек. Портал 2, Женек. Портал 3, Космополит. Портал 4 у нас идет, получается, Пук Дракона. Портал 5, идешь ты, Войд. Куда скинули картинку? В Дискорде, это закреплённом. Только не говорите, что кто-то сейчас не смотрел, блядь, и можно будет заново. В смысле, блядь, How Real, нахуй? Ты чё, блядь? Да я не запоминал, я просто назначил,
У меня по экспорту по кругу прошелся. Нет, блядь. А сейчас лута не так. Где там закрепленные, блядь? Закрепишь, Женек. Зачем тебе лут? Я не понимаю, что ты хочешь? Сука, поменяй лут просто, поменяй лут и все. Не задавай, блядь, лишних вопросов. Саша, бесишь, но не меняй пока. Ты Войда в пятый, да? Ну да, да, ты пятый. Четвертый пук, получается. Да. Все, я свой запомнил, мне похуй. Ты видел, увидел, Женя, портал какой-то? Блядь, в Дискорде закрепленное сообщение там написано. Сейчас я скину сообщение. Все, обратно меняй. Ебал, блядь, бесит аж. Саша, я загрузил еще раз. Сообщение, смотри. Я, по-моему, второй портал, да, второй. Кто, блядь, не запомнил свои порталы, кому еще раз повторить? Все запомнили, правильно? Красавчики, блядь, я вас верю. Так, у нас нет, некого добрать. Куда? Ну, а ну чё будем, 23 тела дрочиться. Локи, все, блядь, кто есть, знаете, да, в Африке уже поспехались. Давайте, ребаф, хуяв. Не дай бог, кто-то, блядь, с порталами будет ебулить, нахуй. Если, я еще раз повторю, если у кого-то после там трех-двух порталов будет маленькая санити, лучше напишите или скажите сразу. Либо зайдите просто в портал и видите, что у вас маленькая санити. Просто стойте, ебать, возле мозга, ждите, пока нахуй комнату откроют. Не надо хуярить слово санити и идти бить ебаных щупальц эти, которые в комнате. Так, чё ещё? Давай, чё там, Арча? Я проебал вспышку, ещё раз нажмите Арча. По-моему, Миши нет. А, Телга, Егор. Ждём Егора. Помните, блядь? А, долго нет. Роботи, блядь. Женёк, сука, не ебули, блядь. Чёрную ветку взрывает, блядь. Не, ну Женёк, блядь, сейчас получше, нахуй. Сейчас в рекаунт, наверное, меньше смотрит. А чё, тебе ник не нравится? Я чтобы ты догадался, что это... Прикинь, он ник сменит, а его один хуй Женёк будет называть. А, так и будет, ты думаешь, это всё, это уже привязалось нам. Мы же, блядь, называем Аверна, блядь, волшебником. Типа, блядь, уже не звать его Аверна. Аверна называем. Половина знает, что он волшебник. Типа, с X3 еще. Поэтому так и называют его. Так что, меняй ник, не меняй, ебать, это... Ничего не изменит. У нас дырки нет. Дырка здесь. Ну и все, да, ебать. Космополит. Куин. С лучами, блядь, не ебулите. Раз. Падать нельзя вообще, блядь. СС да. Раздайте. Куин. СС, а чё толку от СС-ов, ну? Если умрут, не отсанете. Можно раздать. А, нитки сносите, от душевной болезни отбегайте, от черепка отбегайте. А, РНЖ бьёт, блядь, большое чехло. Сразу же выбиваете, кого взяла в удушающие, все бегаем за квадратом. Не бегайте все, блядь, кто, блядь, почувствует, кто против. Старайтесь все возле квадрата держаться. Куда квадрат набирал, туда и выбежите. Ну, где танк? Танк. 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 Ну где танк? Всё, давайте, не ебулите. Косты только сбивайте. А где Питик? Хуй знает. Может, а я его менял? Не помню. Я его менял, да, кстати. Он ушел. А вчера был с вами?
Он и сегодня был, я его просто поменял. Тут точно такая просто была. Видишь, у него, я даже меняю питика, а не тебя, нахуй. Тебя, я тебя выбираю в прямите. Я с ДК. Женек, тебя выбираете. Тебя выбираете. Это как ачива, буревестник Брундира выбирает тебя, да? Женек, я выбираю тебя, блядь. А то, что у вас 3 ДК было, ебать, не нужно было одного поменять. Я бы, конечно же, нормально поменял бы слакера, ебать. Ага, покемон. Поцелуй на второй фазе кидается. Блядь. Вот назад немножко, чтобы эту лужу пропустить, можно встать. Я даже не представляю, как ты в Кари Хаймуш адаптируется, это просто пиздец. Моб. Ну, сука, танк не видит, блядь, моб в рейде бегает, нахуй. Танк вообще охуел. Я его рот наоборот, нахуй. Толстовый? Ну каст не собью у этого нахуй, у дальнего собью, так что если что. Все. А, ну все, похуй. Идем к воротам идем. К воротам выводи его. Оттуда будем начинать двигаться. Так вы не подходите нахуй сильно, он сейчас взорвется, он нахуй полрейда разнесет. По щепу сыграли, удушающий. Подалить. В толпе бегайте нахуй, заебали, блядь. Декурсите, диспельте. Ну на маленький, все на большую бежим, алё, пацаны. Хорошо, слили. Да, атака, остановка. Я подошел только, слай. У меня все время агрессируешь, ну. А что ты поддаешься? Да больше посмотреть, выдайте. Мысли, ты меня сейчас пассивным назвал? Да. Только типа лут прошу, на. Блять, просто бить или пиздоболить? Пошли разлагающие бить уже потихонечку мирить. А, квадрат с болезнью, если что. У меня ДБМ ставит квадрат. Не убегай, у вас, остановись! А, ебать. Порталом большой, зашли. Большой возле столовки. Порталом проебули, на. Быстрее вот эти три уничтожаем. Блять, почему возле меня только Квин? Вы ебанулись, что ли? Тут три разлагающих, мы их бьем сначала. О, ебать. Луч нахуй. Так ты в этой же портале должен быть. А я, кстати, забыл, блять, про это. Я смотрю в третьей пати, думал, первая, вторая. У нас значит вместо себя кого-то в портал, не? Да там уже все, блять, уже выход скоро. Выходите. Космополит резь него, да, слева от босса лежит. Вообще, да, нихуя не снесли в голове. Дайте ребаф по пристану. Класс, подайте его. Меня ушли. Все, порталы будут разбегать. Порталом ушли. Бля, ебанутая комната, да. Дайте сейчас хороший урон по башке. Возьмите в следующий раз с собой шамана и дайте хороший урон. Не?
верхней комнате тоже даст. Да, выходите. Зачем шаман? Задохнитесь собственной ненависти. Бежим, короче. Забей. Там на метке чуть-чуть пораньше разбегаемся. Давай его брать. Порталы, по идее, после этих будет. После лучей. Да, 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 после лучей будет. Уже встали тогда по местам. Подождите. Люди справятся. Все, встали по местам. Прошли. Трепещите, смертные. Все, бежим лицом к этому, к центру. И пиздим. Здесь пелите болезнь? Большая, на противоположной стороне от входа. А чё так вы долго щупы бьёте? Гарафан отбежали. Трепещите, смертные! Конец близок! Ребят, это да, очень долго забирается. Да, блядь, комнат. Я next раз назначу, кто бежит налево, то направо. Сколько у вас у мозга? Вышли. Еще две заходки большие. Мы вообще не дамажим. Да похуй. Да это я еще, блядь, сдох нахуй, на первый не зашел, блядь. Бежали к разлагающей ко входу. Против часов. Порталы сейчас будут. После лучей. Стали уже после портала на своих будет стоит. У морды ждем. Освободите и у морды ждем. Блять, спавнились в другой части. Я быстро бежим за мной. Каз. О, хорош. Стоим, бьем. Сколько процентов у вас? 54. Ну еще такого там. Что у нас тут? Ну, типа вообще по... пощупаться нет урона вообще здесь, помните. Очень долго сносит. 6 минут. Че атакам еще? Берста. Да нормально. 34. Маленькую также бежим. Пошли, кто у кого порталы с той стороны, пусть бегут. У кого с стороны комнаты, вы уже после портала вставайте. Эти порталы. Ко входу бежим. У душа еще убили. Женька прохилился. Все, сейчас зайдет, еще портал будет. Раз, два, три. И, ну, портал где, блядь. Пошли. Давайте все к лицу подбегаем. Вот тут щупальц убьем. Стараемся, чтобы здесь заспавнилось, блядь, все. Большая заспавнилась перед мира. Ничего страшного. Специально, блядь, подключи, блядь. Тихо, не кричите. У вас большое еще поживое? Да, зарезалось прям только. Пускай побьют, пока время есть. Стоп, не бейте мозг. Мозг не бить никому. Никому не бить мозг! Сейчас переведется, блядь. Быстро все сюда, где вы там и... Выпрыгните, половина выпрыгните. Вары, блядь, выпрыгните. Да я тоже выпрыгнул. Сейчас. Пошли большое бить. Оно слева отбежит. Скажите, когда будете переводить, чтобы милики отбежали. Сколько у вас там? У нас 50. Чего перевелось? Бьем, просто бьем, сюда, бьем. Просто сюда вставай. Просто сюда слева от босса вставайте весь рейд. Сейчас мы добьем. Так, нечаянно, Бэр не позивера. Вернулись. Рибаф по позивер, да? Застанете с вами с морем. И разлагающий добейте, но бляпафа кидай по нам. Снимите с меня дебаф, Фомана. Помогите мобов.
Великий помог вам. Надеюсь, я хуярит по этим делам. А, 4 минутки у нас есть. Работаем. Активно. А Гера будет? Гера, блядь, нет. Давай, Гера. Немоту, снимите с меня, шамана. Сейчас убьет кого-то. Она не снимает. Естественно, блядь. Геру сдадим, как будет результат, чтобы брать локи и выстрелить. Как шаман не снимает? У нас машек нету, блядь. Владимир, пока ты сдавай, когда, ну, откат. Главное, законтролиться. Пару гитоги будет БР? Не надо. Оставьте пару БРов на всякий случай. Нам бы ДПС нужен. Ну, он велик, ебать, а мы мобов убиваем. Ну, у него сплэш по боссу тоже идет. Не надо. Вдруг сейчас он плохо умрет на ходмобай, блядь. Мы нормально по ДПС успеваем, мы переубьем его. Не должны. Еще Геру не давали, но... Сейчас. Две Гера, минуты так. Еще, блядь, до берсы. Подождите с Герой. Ну то что, все, экзекьютор, давай Геру. Сейчас после аниматы сдадить. Давай, давай, Гера. Давайте локи сосите его. Пиздец ты гонишь, блядь. Надо его убить, блядь. Немного 36. Блядь, волшебник, он сейчас, блядь, симбом раскидает, и нам пизда будет. Продох во вылете, блядь, охуеть. Пора время БРы давать, блядь. Только не по волшебнику. Нет, нет, а некому. Давай Роги, похуй. Ну, палит, да, Роги. Палит БР, Роги Роги, да. До берсы минуты 15. Сало еще в руки бал. А, КД космополитов. Куб дракона, давай Роги Тори. Сейчас то встанешь после этого, после гуляда. Блять, ханта убили. Пиздец. Ну вы же камутесь? Давайте стопнем по этим, по мобам, все бьете босса. Да-да-да. Так и сделайте. Отворачивайся, Мелик. 35 секунд. 30 секунд, нахуй, надо как-то, ребят. Давайте, давайте по боссу играйте. Давайте секунд. Локи, сосите его, нахуй. Больше мильки. Ну, давайте. Готовьте бабл, паладины. Еще не мотай, да ебаная. Давайте все? Бабл. На нахуй. Бля, сколько там не хватило, нахуй? Там 700 тысяч, бля, если бы дох бы не вылетел, мы бы убили, у дох вообще не дамажил. Надо было раньше, Берд, да ладно? Да это еще, блядь, комнаты, нахуй, должно быть 4. Там, а, Рог бы тебе улетал, 800 тысяч по боссу. Рога тебе 800 тысяч был босс, наверное. Ну и убили бы. Рога тебе нанес бы 800 тысяч босса, конечно, да? Нанес бы. Он нормально дамажит. Покидайте тело, ебаное. Че вы там лежите, блядь? Че за бой, блядь? У всех бой? Да. Если бы станете не проявывали, блядь, было бы все заебись. Я выйду с инста, вы как хотите. Я с боем не буду бегать здесь, блядь. Антон, че с тобой?
выйдите, у кого бой все с инста, блядь. Да бери двух человек. Ну, чё, а, у меня компьютер перегревается. Кого добирать, некуда добирать. Сейчас, дайте я сдохну, я зашел здесь, босс активировал. А вертикал разошел. Что будет на одного босса, я так уйду на окно. Хули делать, блядь. Если он опять красный, но это, блядь, 100% ком перегревается. Ты вообще, да, типа ласфат вообще не дамажу. Да, у меня прям. Мы перевели, у меня все нахуй. Ну и вот, вот вам нахуй ДПС, который не хватило. Вам чисто меня не хватило. Да это, блядь, я еще нахуй первую комнату забыл, что я захожу вообще в них, блядь. Это. Так бы мы в 4 перевели, скорее всего. Хуево было. Еще и комнаты хуевые, блядь. А ты знаешь, что у меня перегревается? Ебаное ведро нахуй. Вы за 5 комнат перевели, если что, ребят? За 5. Да, 5, надо за 4. Плюс жара ебаная. Так, смотрите, я буду немножко слабо, короче. У вас по комнатам? У нас нечаянно в сове. Получается... Да, за место Женька, короче, иди нечаянно во второй портал. Смотри. Женек, ты, короче, бьешь эти мелкие щекла, разлагающие. В портал не идешь. И я сейчас раскидаю, кто ходит в комнаты. Раскидаю вас по пати, будем двигаться в комнатах. Первый Саш, пати... раскидывай я пока, отойду на 2 минутки. Так, сейчас, кто там у нас сейчас у нас? Вот прям вот так вот, вот так вот, так вот. Все, раскидаю, все, сейчас будет в комнатах, все будет получше немножко. Ты бой, дойдешь. Так, он и... Марочка, вон. А, стопай. Так. Так вот. Так. Так. Кого-то я забыл, кого-то не хватает. Девять человек. А кто десятый? Ну кого ты отправлял? А, я же, я себя не отправлю. Все, вот. Так, смотрите. Первая пати. Как мы заходим в комнату, ебать, любую комнату. Первая пати двигается налево, вторая пати двигается направо. Я вам тогда закинул направо 3 кастеров. Ты что там, подкинуть великов у себя? Это 2 друида и 3 воин. Я тогда буду поднимать своих великов слева. Все, подкидывайте. Чтобы такого не было, чтобы мы как стадо бежим по одной стороне, ебать. Угу, согласен. Так, давайте, ребятки, посмотрим, здесь или здесь. Правильно, что я могу? Сейчас я репак. Столовка тут, Пук и Женёк. Пук, Пук с Женьком, вы готовы? Кулаки, хуяки, вот эту всю хуйню. 2 паладина всего лишь. Все, их репавкали, да? Давайте еще раз проверим. Опа. Всем попадаем, все, пойдем, пойдем. Да, они все сейчас собрались, ебать. Так же следим за лучами. И убиваем босса. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Стоим тут на месте, и лучше мимо вас пройдет. Какое выдавливание? Не знаю. Маленькая щупальца душит, когда. Вышел моб, сразу не вливайте, дайте ему затавки хотя бы, ебать. Чтобы это бейсера ебануться надо. Да я таунтом заберу, чё гонишь? Красавчик, я тебе верю. Вот это хуёво. Вот это пиздец, как хуёво, нахуй. Рот ебал, ну чё это такое, блядь? Ебать, у вас там фул милики стоят, что, блядь, таз сбить не может. Одному мобу.
у шаманов есть ренжи сбивал костра. Это бэрит, стук, она не настолько далекая. Ну типа шаг ближе в лужу и сбиваешь. Давай. Отбегите его, там лужа догоняет. Рибав, дайте по паладину. Ну, по паладину, по вару. Кассу, кулак вару дайте. Уже дали, все. Давайте, вот, мы в вару стоим. Выводи его, да, в сторону. От мобарда, да? Чепла большого ушли. Велик. Доехали рейнджи в этот. Большое, среднее, велики поехали. Меня ушли. Портал и таймер, скажите заранее. У меня нет его в ДБМ. 30 секунд. 30 секунд. За 10 скажете, разбежимся. Пошли за дотаем. На той стороне маленькая. 20 секунд портала. За квадратом, блядь. Кто-то бежит в одну сторону, кто-то в другую. Пьяные. Лучи осторожно сходим. 10 секунд портала. Пошли по порталам. Портала. Уже разошлись по порталам. Пошли по местам быстрее, надо время не терять, там минута дается. Портал. Отошли. Да, давайте. Активнее, я к ним двигаюсь. Давай. Таверна, отбежали. Аккуратно. Хорошо, вот сейчас. Вот сейчас вообще супер закрыли нас. Пошли, пошли резче. Да, блядь, куда двигаешься, ну? Спасибо, прохитьте. Вы не выбили щекла его, да? Красавчик еще. Да, это я, наверное, сейчас далеко от рейдов. Щупал, но можно бить. Самому. И похищение жизни кастовать. Ну, оно, там оно попытается... Что ты молчишь, ты стоишь, типа недалеко. Видишь, что никто не может. Вы входу. Выбегайте. А, так. Получается у нас космопалит есть БР? Плюс-минус. Должен быть. БР по северу. 10 секунд портала. По порталам сразу встали, ждем. Как найдешь его, БР? Портал. 3 секунды портал. Блять, ну ты чё, ёб твою, блять? Меня взял в этот и в лужу, блять, прям под ней было. Потом, короче. Пошли в портал. Ну вот прям без ропов, нахуй, как и всё, по. Пласивер там прохит. Где? Воспалит. Нечаянно есть, по идее, да. И у Пука. Охуеть. Пошли комнаты. Берегите быстрее, бейте большое. Большой идем, к большой идем. Вдохайте вот это. Если огонь укидать, киньте кто-нибудь один лапку, ну. Три огонь, ладно, вижу. Лапку киньте. Дома, блядь, 15% будет. Нечаянно есть БР? Как выйдешь? БР не что-то дарафана. 7 секунд. Я баффать его сразу подумать. Точно. Мы за нафиг переведем. Большую разнесите. Так, треснулся. Побафайте его. Аккуратнее, смотрим лучи. Дайте, пожалуйста, ману мне, друиды. Это добрые. Блять, сука. Я не убью. Сколько до портала? 3 секунды. Выбить. Портал мы разошлись. Значит, к лицу, пойдем к лицу. Комната простая. Давайте, быстренько закрыли комнату эту, она есть у нас.
просто совы даете эти, блядь. Давайте, активируйте быстрее, пока что-то стреляю. Ну, добейте. Так, что у вас там по щеклу? А, мы пока дамажим. Большого, кажется, нет, но есть еще одно маленькое. Пойдемте, там 600 тысяч. Поглучи, не лезьте. Переводим, переводим. Переводите, у нас одно щеку тут еще. А, мы успеем вообще? У нас маленькая, которая доттает. Добьем его, блядь. Ну, блядь, будем, если что, тут держать, нахуй. Переводите. Должны успеть. Все, мы его убили почти. Убили. Привели. Тот как раз. Привели с кайфом. А вы маба. Стали от центра. Вот это ставим, вот тут ставим, все. А, у нас все хотело, но ничего страшного. Раздай СС, раздайте СС, блядь, короче. Дарафан, дай по мне, по принципу, Кирьяки, дай СС по шаману Оран. Оран. Я попробую. Малак, дай по Ладомиру СС, а Кирьяки, дай СС по, блядь, не знаю, по столовке дай СС. Тут нету БР. А у тебя есть пук БР? Если есть БР, БР его. БР, БР. Хода опять вылетел. Кто? Дарафан. Долг. Ну ладно, это сейчас уже похуй у нас, дофая время. У него сейчас закончится, он не спинный стрип. Сейчас три комнаты, да, было? Сейчас времени намного больше, смотри, 7 минут. Слеть лока, 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 слеть. Суф, встань, пожалуйста, поплотнее к рейду. После следующего взгляда дадите Геру. Кончится? Да, Геру давай. Антох, ты тут? Я СС вообще никакого не вижу. Нахуй ход не зачем. У меня не проебывай. Активнее, активнее играйся. Но у меня в стане стоял, извините. Не. А то ты опять вылетел, да?
Блять, ни одной из мастера ауры нет. Я в стане. 2 ляма, 3 минуты, спокойно, просто бейте, выживайте. Какая-то вечная фана, на. Ты у китайцев не видел ФК в мире, блядь. Там пиздец. Плюс 0, блядь. Они лича за 7.35 убили. Мировой рекорд, блядь. Мы долго будем ждать? Пару чехов. Да хуй знает. Да ему надо что-то. Где? Он улик, он за ульдой появится. Но... Антон, ты здесь? Че, утаем или все же залутали? Да все залутали еще. Да куда дается все равно. Был бы сундук. Я... О, древко упал. Убийца. За кого-то. О, плечи, хорошо. Вот это заберу. Ой, опять осколок упал, кстати. А он с йога вот. 100% падает. Он, кстати, да, и космополет сейчас, возможно, заберет эту древку. Так, что это? Для древкового офигенную. А, для древкового, да, что-то. Демиур. А что, у нас ЕП выиграет или что? Да это аддон все кидает. На этот, на ролл, блять. Они тебе апу очень духе дадут, поэтому они хорошие. Плечи на рогу. Пук дракона, мораль. Так, мораль выше всех, да? Ну не знаю, сколько ты мораль ростом. 87. Ебать ты низкий, нахуй. Я тебя ногой могу наступить, просто раздавить, нахуй. 2,87. А, ну понял, тогда наоборот, блядь. А ты подумал, что просто 87, да? Ну, конечно, блядь. Ну, умеешь ты. Тирион Ланнистер. Да, ладно. Демиург, залупа. В смысле, блядь? Нахуй ты говоришь? У тебя есть такая? Извини. Ну, кстати, можно такой синик сделать, не милый. Никому же не надо эту хуйню, блядь. Финарову. Финарову, да. Там нажали я пидор. Тебе надо? Я случайно. Так, кинжал Крит Хаст. О, интересно. Ну, без дырок, пидорский, наверное, да? Да, он вот ПДшник. ПДшный, да. Так, ну тут эйфорина, терияки, чё кому отдавать, я хуй знаю. Эйфорина 213, терияки, коса. Эйфорине, да? По ГП он выше. Ну, если выше и нужен, конечно, для эйфории. Да, ты считал не ГП, за тот. Ну и этот, кто он? На кота, да, заебись тема. Коут, хант. Ханту не надо? Какие-то улетел, значит, не надо. Ну, 20, это вы представляете, ну. Так, давай ЕП посчитаем, и которая вчера, кто КД словил, типа, надо еще докинуть. Кто КД словил? Представьте, Рейд. Кто словил КД на этом, ну, сегодня? Так, я словил. Владимир Квинт. Вчера я давал 2... Сколько, 2200 или 2300 вчера давал? 2300, по-моему, или 2200. 200, да. Что ты накинешь, а я то накину за сегодняшнее. Давай, это на сегодняшнее, я вам поделюсь накину. Что у нас сегодня, значит, Торим 500? Торим 300, мы убивали уже. А, 300, да. Мы, блядь, убили на коляске. 300, значит, Мимик 150, Визакс 300, это Чест 750 и Йог 300. Это что, 1050, да? Правильно? Тысяча пятьдесят я накинул. Я думаю, одно
Со следующей контента, 25-й файмаги, типа, когда выйдет, ну, мы когда ЕП обнулим, и немножко, наверное, думаю, пересмотрим вот это начисление за принятие. Может, сделать, наверное, половину, блядь. Слишком я флоу давать. Да, я бы давал флоу, нормальная тема. Потому что у нас вот считай, сколько людей, блядь, человек 10, наверное, есть, кто работает. Ну, там тот же Столовка, блядь, Кирилл, они все работают. Так приходишь, типа, ты КД ловишь, ну, с гильдии ходишь, блядь. Все-таки приятнее, блядь, фул словить, типа. Чтоб, а так на шмотке ты будешь все время в жопе, нахуй. А так хуй кучу сролишь, блядь. Типа, кто-то, блядь, потратил свое время, ебать. Ну, даже человек, который даже принял КД, ебать, ну, это, конечно, типа, обидно и печально. Но кто-то сходил два рейда, там, по 4 часа, кто-то один. Типа, ну, и получили, ебать, одинаково. Я не говорю не давать, ебать, я говорю давать его половину. Это будет справедливо.